С 22 по 27 августа в Ташкенте проходили финальные соревнования Кубка службы государственной безопасности по футболу и мини-футболу. О том, кто сумел одержать победу, расскажет наш корреспондент. С 2021 года соревнования Кубка СГБ, которые входят в календарь спортивных состязаний, в первом сезоне проводились по мини-футболу, объединив вокруг себя 7779 команд. На этот раз в программу был добавлен футбол. В общей сложности в соревнованиях участвовало 18 629 команд, в которых играли 241 976 молодых людей. В апреле-июле этого года по всей стране были организованы традиционные соревнования городских, районных и областных этапов по футболу и мини-футболу за Кубок СГБ. В них приняла участие молодежь в возрасте от 16 до 30 лет, в том числе из отдаленных районов и махалей. В Ташкенте с 22 августа проходили финальные соревнования. В финальном матче, который по организации накалу эмоций не уступал международным, болельщики, пришедшие в спортивный комплекс «Джар», стали свидетелями зрелищного футбольного поединка между командами «Дустлик» Букинского района Ташкентской области и «Багистон» Мирзаабадского района Сырдарьинской области. Игра, которая держала всех в напряжении до последней минуты, показала интересные тактические схемы и красивые голы. В итоге команда «Дустлик» одержала победу со счетом 3-1. Турнир на высшем уровне прошел. Я не только сегодня был, на других играх тоже побывал. Много молодых, талантливых, для них тоже шанс. Это же популяризация футбола, из-за этого любые турниры. Смотри, сколько болельщиков здесь, атмосфера сама. Я думаю, для развития футбола это очень важно. Это мотивация для молодых людей, а еще возможность получить сертификаты на строительство площадки для мини-футбола, универсальной спортивной площадки или же для стритбола. Победители соревнований – команда по мини-футболу «Коль» Балыкчинского района Андижанской области и члены футбольной команды «Дустлик» Букинского района Ташкентской области получили главный приз – Кубок службы государственной безопасности.